Деревня. Обычная среднестатистическая российская деревня. Грунтовая дорога без всякого асфальта. Газа у нас тоже нет. Миллеру привет. Но тема сегодня не об этом. Сегодня я вам буду рассказывать про соседский дом. Тема та же. Бревенчатый дом – это супердом или говнодом? Ну, мы по пухлячку. Мы обходить не будем. Участки у нас большие. Тут пока дойдешь до соседа, по участку устанешь. Зато, ребята, у нас офигенная природа. У нас вокруг лес, озера. В озерах и форель тебе, и щука, и караси, что только нет. Лес у нас тоже достаточно густонаселенный. Лоси, кабаны, медведи есть, волки, лисы. Ну и по мелочи, конечно, зайцы, ежики, белочки. А вот мой дом. В деревне, конечно, лучшая обувь. В такое время года это валенки. Видно мой валенок? Но мне не видно его. Вот он. Ну что, пошли смотреть на соседский дом. Почему хочу рассказать сегодня вам про него? Сосед мой этот дом рубил один. Один, представляете? Кроме того, человек ни одного дня не живший в деревне, всю жизнь прожил в квартирах. И ни одного дня не работал на стройке. И еще на минуточку дом он рубил 10 лет назад. То есть интернет тогда был, ну как это сказать, в общем, больше использовался компьютер-то как печатная машинка. Письма друг другу писали и отправляли, ну и в Тетрис еще играли. То есть вот интернета в том виде, в каком мы видим и знаем его сейчас, конечно, тогда не было. Естественно, Вове до всего приходилось доходить самому, либо приставать к местным умельцам и спрашивать, как да что. Дом у него небольшой, 6 на 8 с копейками, фундамент ленточный. Залил он фундамент, кстати, очень быстро. А вот с бревном, около бревна, когда ему привезли лес, сосну, ходил он долго. Он не знал просто, с какой стороны подойти. И вот он ко всем приставал, что делать-то, а? Мужики, как рубить-то? Ну, кто там? Ну, окорить надо, ну, почистить бревно, отшлифовать надо. Ну, а потом-то как? Как на дом-то его ставить? Ну, как, Вова, бревно-то оно круглое. Его же катать можно. Вот Вова и катал бревна. Первые бревна затаскивал сам, а дальше уже, конечно, помогали соседи, друзья приезжали. Вот так вот и накатили весь первый этаж. Второй этаж у Вовы каркасный и обшит блокхаусом под бревно. Я такие дома называю «избушка снаружи, сказка внутри». Мы зайдем, обязательно посмотрим с вами внутрь дома. Если на сам дом, на рубку, на установку, под крышу у него ушло где-то, ну, может быть, месяцев 7-8, на крышу он людей нанимал. Крыша Вове не понравилась, как ее сделали. Хотя, мне кажется, достаточно нормально. То внутри дома отделка, я имею в виду, это отопление, электричество, полы, перегородки, утепление. У него ушло лет 6. Вот в доме они уже сколько вот так вот, если брать с начала стройки и до конца, ну, уже лет, наверное, 11-12-то прошло. Вот такой чудесный, замечательный домик получился. А хочу я вам показать, ребята, как человек, ни разу не рубивший дома, никогда не работавший на стройке, как у него обработано и подогнано бревно. Сейчас подойдем поближе, и вы увидите это своими глазами. Рыжий, наглый соседский кот. Вот посмотрите. А потом я вам сниму и покажу, как у меня врублено бревно профессионалами-рубщиками.
Видите, да, какие щели? Как у любителя подогнано, который первый раз в жизни себе дом рубил. И как рубили профессиональные рубщики-строители. Видно, да? Смотрите, как подогнано каждое бревнышко. Ну что, пошли в гости смотреть, что там у соседей дальше.